В самом красочном событии лета приняло участие около 2000 актеров. С раннего утра и до позднего вечера по всему городу шумели всевозможные ярмарки, выставки и концерты. Причем как на суше, так и на море. Хотелось бы, конечно, чтобы те люди, которые приезжают к нам на открытие курортного сезона, они уезжали всегда довольные, не разочарованные. Потому что человек, который едет, он всегда что-то хочет увидеть новое. Вот мы это стараемся делать. Гости и жители курорта стали свидетелями боя между двумя пиратскими кораблями, смогли проверить свои чувства на импровизированной свадьбе и даже испытать себя в роли деревенского кузнеца. Это праздник, это открытие сезона, это значит, лето началось, будет тусовка, много море позитива, море-море. Вечером по улицам города двинулась колонна в карнавальных костюмах. Шествие растянулось на несколько часов. За это время зрители увидели больше 1500 актеров, мимо акробатов и танцоров. Отмечу, что старт и карнавалу, и курортному сезону дал лично глава края Вениамин Кондратьев. Замечательный город, радушные люди, великолепная набережная. Высочайшее гостеприимство. Друзья, что нужно для того, чтобы великолепно встретить и провести этот курорт Геленджик и сезон курорта 2015 года? Я думаю, достаточно того, что сегодня имеем. А совместными усилиями будем завтра иметь еще больше. Сразу после грандиозного карнавального шествия гостей города ждал еще один сюрприз – выступление известной певицы Юлии Савичевой. Заключительным аккордом праздника стали огненные цветы салюта, распустившиеся в небе над Геленджикской бухтой. Инга Габиша, телекомпания ФКТ.